Привет всем! Сегодня я хочу поговорить с вами о масках. О таком вот аксессуаре, который в наше коронавирусное время стал практически привычным. Очень часто я замечаю, как мои знакомые из Латвии или России жалуются в соцсетях на то, как тяжело им из-за того, что, заходя, например, в магазин, приходится надевать маску. Какие-то мучения и даже унижение человеческого достоинства. И многие удивляются, когда видят, что наше семейство, например, носит маски, в том числе на улице, и вокруг тоже люди в масках. Да, наверное, многие заметили, что в Японии действительно маски носят практически поголовно, и, в общем-то, мало кто по этому поводу сильно возмущается. И я уже вижу, как это пытаются объяснить неким менталитетом. С одной стороны, кто-то говорит, что японцы вот, мол, вот такие вот конформные, им сказали маски носить, они их носят, и никто даже не задумывается, зачем они это делают. А с другой стороны, люди уже стыдят своих соотечественников тем, что вот, посмотрите на японцев, они заботятся об окружающих, они носят маски, а вы не хотите. Ну, давайте не будем очень глубоко копать. Это никакой не менталитет, все куда проще. Можно объяснить все банальным культурным бэкграундом, который сложился не так давно. Дело в том, что вообще изолированных культурных практик куда меньше, чем просто каких-то культурных практик, которые в одних культурах распространены больше, чем в других. Ну, скажем, всем известны поклоны, то, что в Японии практически постоянно все друг другу кланяются. У нас поклоны зарезервированы для очень редких ситуаций. С масками абсолютно то же самое. Это культурная фишка, которая очень-очень распространена в Японии. Еще в очень-очень давние нековидные времена, примерно 10 лет назад, даже больше, я как-то сопровождала группу японцев, молодых японцев, в прекрасный латвийский город Вентспилс. Мы остановились в уютной гостинице, и однажды хозяйка гостиницы подозвала меня и спросила: «Скажите, а вот эта девочка, которая у вас постоянно носит маску, она, наверное, очень больна?» И очень удивилась, когда я объяснила, что девочка не больна, у нее обычный насморк, скорее всего, акклиматизация. Ну да, она носит маску. Именно по этому поводу. Уже тогда в Японии было абсолютно нормальным носить маску. В каких случаях? Ну, во-первых, да, когда ты болен, ну, не очень сильно, не настолько сильно, чтобы остаться дома, у тебя какой-нибудь насморк, но ты не хочешь перезаражать окружающих, ты надеваешь маску. Опять же, маску можно надеть в том случае, если у тебя, например, аллергия на пыльцу, это, с одной стороны, защищает тебя от пыльцы, с другой стороны, не надо всем объяснять, что да, я вот сейчас обвешался соплями, но это не потому, что я больной, а потому, что у меня аллергия. Я вас не заражу. Но есть и другие причины. Например, еще задолго, опять же, до ковида, во время каких-нибудь серьезных эпидемий гриппа, на улицах и вообще везде в общественных местах становилось намного больше людей в масках. Люди не хотели заразиться и начинали тоже носить маски. Есть еще разные причины использования масок. Например, у моих студентов есть две самые распространенные причины, почему они до ковида заявлялись на лекции в маске. Первое – это они весело провели предыдущий вечер и не хотят, чтобы я почувствовала, как от них несет перегаром. И второй вариант – это сегодня юношеские прыщи выглядят совсем ужасно. У меня даже бывали студенты, которые вообще всегда на лекциях появлялись в масках. И это не было чем-то особенным, чем-то из ряда вон. Ну, значит, у человека, может быть, не знаю, прыщи, например. И он не хочет их всем показывать. Примерно такое. Так вот, поэтому сейчас, когда у нас, опять же, эпидемия ковида, люди просто стали значительно больше носить маски. Потому что работают два фактора. Первое.
Ты можешь быть заразным и заражать окружающих, и сам об этом не подозревать, соответственно, ты будешь носить маску из-за этого. И второе, тебя могут заразить окружающие, и ты не можешь сразу сказать, кто из них заразный. Поэтому подавляющее большинство японцев просто надевают маски и не задумываются о том, насколько это вообще помогает, не помогает, потому что, ну, просто испокон веков в таких случаях носились маски. Все. Какие еще вам еще нужны причины? Людей, которые протестуют против этого, можно встретить, но их меньше. Я бы сказала, что они более маргинальные. Они, как правило, являются представителями каких-нибудь, ну, не знаю, совсем уж конспирологических теорий и так далее. Вы у них можете найти все, что угодно. Это будут и какие-нибудь там истории про страшных рептилоидов, ну, и тому подобное. Это тоже есть, как я говорю, просто этого меньше. Реально меньше. Да, маски носятся в том числе на улице, в общественных местах. Например, если это парк в центре города, и там огромное количество людей, то, скорее всего, люди будут в масках. Но если выйти куда-нибудь подальше от центра города, в какой-нибудь более далекий парк или совсем уж на природу, там люди, понятное дело, будут снимать маски. И в помещениях тоже люди сидят в масках, как правило. Если им не нужно поесть, тогда маски снимаются. Если вам кажется, что здесь есть нечто странное, то на самом деле мы делаем куда больше странных вещей, просто об этом не задумываемся. Мы носим галстуки. Зачем они вообще нужны? Никому не приходит в голову протестовать против этого и говорить, зачем мы вообще ходим в удавках. Нет, носим, как миленькие, когда это нужно. Мы носим туфли на высоких каблуках, которые, между прочим, калечат ноги. Но норм, нормально. Никто не спрашивает, зачем. И тому подобное, и тому, и так далее. Это просто культурные вещи. И в данном случае оказалось так, что вот такая культурная фишка, она все-таки хоть немножко, но полезна. Вот вам объяснение. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Пока-пока.